Здравствуйте. Вы все так прекрасно пахнете. Как бы я с большим удовольствием сожрал бы всю вашу душу. Мака! Зачем ты меня забирал, Лярочка? Итак, внеконкурс номер 4, командное дефиле, пожиратель душ, Цубаки, Соул, Шинигами, Блэр, Кит, Блэкстар, Мака, Спирит, Арахна, Петти, Кишин, Хрона, Штейн, Лиз, Мифуны, Медуза. Поздравляю душу. Означает здоровый дух. Здоровым теле. Академия Повелителей, оружие, известное как Шинигами. Следующее известное повсюду как Академия. Погрузившие людей в пучину страха, что ведь поглотившие людей дихать безумие. Явился тот, кто уничтожил практически все. Это будет предвозить его возрождение. Шинигами создал Академию для тренировки оружия. И тех, кто ими повелевает. Короче, типа, это тусовка, защищающая мир. Дошел? Не втыкаешь, правда, о чем тут Академия? Проехали. Короче, если уверены, что готовы, давайте заценим. Thank you.
Спасибо! Замечательно, когда такие фэндомы нашего детства не забывают и продолжают ставить, тем более в таком количестве. Это было круто. И это был завершающий номер сегодняшней косплей-программы.